Всем здорово, народ! С вами снова я, Кофеёк, и просто всем привет! Я так рада вас видеть! Просто если кто-то меня сейчас смотрит, посмотрит это видео, я буду очень счастлива. Просто, правда, я очень соскучилась по этому каналу, и, блин, мне так с вами сейчас неловко это записывать. Да, сейчас просто на мне какой-то левый скин, ужасный звук, потому что, ну, я... У меня нет аппаратуры с собой, это просто внезапный ролик, потому что я увидела на своем канале 200 тысяч людей, и как бы, ой, 200 тысяч, куда это я загнула? 200 моих солнышек, даже там 217 вроде, просто солнышек, кофеёчков, кактусиков, как я вас называла, я уже даже не помню, это первое видео спустя полтора года на этот канал, и скорее всего последнее, как бы это печально не было, потому что, по крайней мере, на тему Майнкрафта, мне это, ну, мне Майнкрафт как бы наскучил достаточно сильно, вот, и... Ну и не только наскучил, мне неудобно сейчас снимать, у меня сейчас телефон, как видите, вот по этому кружочку, вот он, ну, кружочку, вот. Да, я все забыла напрочь, у меня раньше хотя бы был планшет с клавиатурой, на котором можно было там клавиатуру использовать, как-то удобно играть, а сейчас вообще неудобно, вот, поэтому, вот так вот получается, я вообще взяла рандомный скин, я его даже не могла установить нормально, потому что я скачала себе скин, плюс-минус похожий был на мой, потому что я, конечно, тоже потеряла скин. Вот. Ну, пришлось и системника брать, вот какой-то более-менее на себя похожий взяла. Вот, поэтому, да. А так, насчет чего я это записываю? Во-первых, поздороваться с вами. Во-вторых, я хочу сказать, ну, где меня можно вообще найти? Узнать, почему я ушла из канала этого, почему я закончила записывать, что случилось, вот вообще просто мою жизнь узнать, чем я сейчас занимаюсь, как живу, там, не знаю, вопросики позадавать, допустим. Вот. Чтобы это все узнать, вы переходите на мой телеграм-канал, он будет в ссылке под описанием, может, я его еще закреплю в... Ну, закреплю его здесь сбоку, вот, если там можно будет. Хотя там вроде только видео можно закрепить, вот. Там я буду, покажу свое лицо, которое я обещала на 1000 показать, но как бы уже все равно, я хочу, чтобы вы увидели меня, как бы. Вот. Надеюсь, моя внешность вам понравится, не знаю. Вот. Ну, так что... Вот так вот. О, летать же можно. Я просто напрочь все забыла. Кстати, в такой локации я красиво появилась, смотрите. Я люблю вот эту, как она, пустыня называется, вроде ли как Сахар. Вот. В общем, солнышки. Я желаю вам всем удачки, чтобы просто кто-то посмотрел этот ролик, перешел по ссылочке и посмотрел там. Я буду снимать о своей жизни, там задавайте вопросики, там комментарии все открыты будут. Вот. Так что всем спасибо, кто это сейчас посмотрел и кто до сих пор оставался со мной, потому что кто-то мне даже писал, когда уже спустя полгода где-то, это было так приятно, боже, я честно думала, что вам не забудут просто, ну вы, солнышки, просто я не могу, я прям могу заплакать от счастья, вот серьезно, так что всем вам огромное спасибо говорю, вот всем удачи, всем пока, спасибо за то, что вы есть, вот, все новости в телеграм-канале, здесь вряд ли будут выпускаться ролики, поэтому всем удачи, всем пока и спасибо за просмотр.